Ребят, этот ролик пошел максимально не по плану. Я хотел, как всегда, вот так вот, всегда так происходит. В этом ролике я покупаю скины, с которых меня убьют. Но Котя зашла против меня. Вы знаете, какие у нее скины на аккаунте? Это полная жесть. Поэтому, братцы, пожалуйста, поставьте лайк на этот ролик и просто вы просто офигеваете. Реально, я потратил много голды. Реально, 69 голды у меня осталось на балансе. Потратил все. Поэтому, братья, приятного просмотра, ставь лайк, погнали. Ну, здравствуйте, дамы и господа, и Котя у нас сегодня в ролике. Котя, короче, только это, смотри, мы сейчас с тобой пойдем в эскалацию. Я буду покупать скины, те скины, с которых меня убьют. Но желательно, чтобы ты за меня играла, если что. А, за тебя играла? Да, конечно. Ну, естественно. Да не, ну деда я не кину, ребята. Даже не какой-то предатель, пацюк, чтобы чисто я мог кинуть. Вы же знаете, какие у меня скинчики там. Ой, только не зона 9. Ля, ну ладно, это мне придется тревожить тебя искать. А ты на зону 9 плохо играешь? Нет, в смысле меня искать? Ты за меня будешь играть в моей команде? Точно, я же за тебя буду играть. Ёхады ты, бабой, перепутала. Реально, не, ну сейчас мы с тобой такая будем команда. У меня же есть харма, не знаю, я применила их. Ты не туда зашла, ты зашла за Т-сторону, а за КТ, блин. Ой, я не могу, ядрить, ты пишет себе 100 зодиты. Да пишет, ты что, серьезно? Да, так и пишет, реально. Ты прям нажимаешь и прям да, занят, да, 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 прям пишет себе 100 заняты. А, ну понятно. Ну, ясно. Понял. Прям вообще не зайти, да, никак? Прям реально никак, вообще никак не зайти. Не, ну, уже ребята, все. Блин, знаете что, напишите в комментариях, вот никогда, да, ни один еще ютубер не записал ролик, где он покупает скины, с которых его убили, но второй ютубер играет в команде за него. Почему всегда против? А у тебя какие скины? Ёптель, что? Смотри, там у меня Кутца Статреговский, ты что, блин, на приколе, что ли? Быстро к машине, газуй, тебе покажу, что у меня есть, дед. У меня всего 15 тысяч голды, где к машине? Какой машине? Я на Т-стороне. Ну ладно, дед, про это. У тебя только 15 тысяч, так у тебя еще пенсия есть, можешь задонатить, да и все. Да, ты думаешь, у меня какая пенсия не пришла, еще начало месяца, 8 число, блин, сегодня. Ага, ролик 9 выйдет. Поняла, дед, ёханый ты бабай. А ты где? У меня, кстати, я что-то сейчас лоханулась. У меня очень супер дешманский скин. Там, да, конечно, дешманский у тебя скин. Я не, у меня сейчас реально, мне Ситроха поставил скин, тут он 3 голды стоит. А без ноликов? Ё, без нолика, у меня вообще сейчас G22 стоял, обычный какой-то рандомный. О, вижу, деду гада жмыхает. Меня еще не жмыхнули. Ну, блин, меня жмыхнули! G22 карбон. Слушай, давай, когда рарка, это будет просто... Вот, там 4 наклейки, да? Нет, не-не-не, он рарка обычно. Слушай, я предлагаю, когда рарка, кейс, пойдем кейс откроем. О, давай, погнали, кейсик откроем. Погнали, погнали. Погнали. Ребят, нужна халявная голда? Тогда вам на GG стендов. Я оставлю для вас в закрепленном комментарии промокод на бесплатное открытие кейса Ребекка. Поэтому, ребята, лутаем, сразу забираем. И также мой промокодик вам даст плюс 35% пополнению. То есть ложишь 100 рублей, получаешь 35. Ложишь косарь, получаешь 1350. И, ребята, не забываем, обязательно промокодик берем и юзаем его в барабан бонусов. Потому что там вам может упасть такая халява, начиная от 10 тысяч рублей, случайный скин, кэшбэк. В общем, там много-много чего. И, ребята, не забываем, GG Standoff проводит офигенные инвенты. Кейсы по 7 рублей, черепашки ниндзя. Воу-воу-воу-воу. И, ребята, также еще GG Tron до сих пор на сайте. Нужно его уничтожать. Забирайте, выполняйте задания при пополнении и забирайте бонусы на GG Standoff. Так что, дамы и господа, закрепленные комментарии. Там вся информация. Лутаем. И погнали дальше к видеоролику. Не, ну первый килл окей, точнее не килл, короче, кейс покупаем, ну ладно, так и будет. Ну чисто разминочка, чисто разминочка, так и будет, ладно, выбирай. Ты зачем зашла против меня? Я так и не понял, блин, зачем ты против меня зашла? Эмпайр? Точно? Точно, люблю этот кейсик. Люблю этот кейсик, ну давай. Блин, боже, у тебя же там скины капец, не главное, чтобы мне колды хватило. Почти перчатки, ну че? А тебе колды не хватит, я поставила Хармони. То есть так, да? Ага. Но, я потом Денису позвоню. Я тебе серьезно говорю. Ага. Я потом Денису. Он тебе такое на стриме устроит. Я тебе серьезно говорю, ребята, она, если что, Котя, у Котя канал есть в описании, подписывайтесь. На стриме ей привет от деда передавайте. Вот реально, взяла против меня зашла. Хорошо. Пошли дальше в катку, окей. Пошли, давай. Пошли, пошли. Блин, сейчас ты сейчас дигл возьмешь, я прям уверен. Дядь, я взяла такой скин, я тебе отвечаю. Этот скин. Ты взяла дигл.
Я взяла не дигл. Я взяла не дигл. Дигл я не люблю. У меня есть еще один пистолетик, который стоит как реально, как твоя вся лысина. О боже! Смотрите, а ты где? Неважно, где я. Главное, где ты, получается. Ёптель, попробуй берегусь! Я боюсь подходить, блин! Деда, шмыхаем, ребята! Не надо меня шмыхать! Это ты там наверху скачешь? Нет! Иди сюда! Нет, не пойду! Я боюсь тебя! Нет, без кис-кис! Без кис-кис! Нет, это не ты был! Я полтора человека убила! Где ты был? Я тебя не видела вообще! Я боялся вылезти, наверху сидел! Так, что я с МП5 беру, я сейчас всех сделаю. Блин, вот сейчас не буду, сейчас у меня скин реально за 100 голды. МАК-10, потому что здесь дало какое-то говно. МАК-10 и дробовик да, у меня. Да. Не, серьезно, я не МАК-10 шучу. Сейчас? Да, у меня сейчас МАК-10. Можешь на мужика вылетаю. Выходить реально с бо... Вышел. Вышел? Я уже вышел, да. Одного где завалило. Ты? Да я тут а бегаю, ты? Реально. Давай, деду хачу. Подожди, второго заболел. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Шмыхают! Где меня? Где вот она! А чё ты такой какой-то скрытный? Я не скрытный, я всех троих убил. Прикинь, я, получается, эйс сейчас сделал. Так я тоже за три, у меня в команде, короче. А, я два дала убийства. Ну, помощи зато две. Ну, неплохо. Дай мне какой-то дорогой скин. У меня нету мотивации деду убивать. Ля. Я сейчас такой скин взяла. Я смотрю, у тебя мотивация появилась, да? Дедушка, кис-кис-кис! Да, да. Давай без этого, давай не начинай без кис-кис, пожалуйста! Что? Кто это? Кто это здесь? Боже, как страшно! Боже, это кто меня убил? Туньерс! Ты чё, на приколе какой? Как Туньерс, ушенка, Туньерс! Ну пошли покупать его, получается. Что-то нет, сегодня, ребята, останется без пенсии, ура! Зачем? Дедушка, ну не расстраивайся, я случайно попала. Как в смысле случайно? Ты могла в нож взять, какой АКР, то есть... У меня голды не хватит, это что, это сколько он сейчас стоит? Я думала, то не ты, а потом смотрю, это ты, думаю, ну как же ж тебя не убить? Там надо мной ник подсвечивается, мафиозник могла 6900. Так у меня он есть, блин, у меня он есть. А, у тебя есть? Теперь будет 2, у меня АКР. Чучукам, спасибо, блин. Это кобыла, блин. Ты давай этот из-за не бери его больше, пожалуйста. Да пожалуйста, не благодари. Слушай, это только начало. Дальше ты купишь еще подороже скидчики. Ребята, сегодня наконец-то мафиосик соберет себе нормальный инвентарь. Так, чуваки, давайте так, в комментарии пишем. Вот сейчас вот лайк ставьте за мои страдания, да? За котины старания, так скажем. И напишите в комментариях, как вы думаете, в этом ролике сколько я потрачу голды? Мне кажется, сейчас все потрачу. Я думаю, 1100 ты сегодня потратишь. Я так понимаю, больше хоть я в ролик звать не буду, поэтому, ребята, погнали дальше в камеру. Ты играешь? Сейчас у меня скид подешевле. Сейчас у меня скид всего лишь, который стоит 1500. А, АВМ Спорт В2 там какой-нибудь, да? Да не, не Спорт В2, это ты тут в кустах? Нет. Да о боже, о боже, что это? Что это за скин? А, Мурена, господи, статрековская, блин! Мурена 1500 статрековская стоит, как я в тебя не попала, грибаря-то такого! Вали, в смысле грибаря? В спину, давайте! Да сейчас, блин, всех заберу! Ай, бабу надо раздефузить! Не, ну как тебя все забирают, слушай, чисто все тебя забирают, ты чё такое, пора брать всё свои ручки! У меня, кстати, я еще... просто стараюсь, я стараюсь, меня сто... ты меня с АКР-а Туньерс шмакнула, блин! Как это не стараться, я теперь вообще буду... О боже, что взять-то, ну АКР возьму! Блин, у меня чё, есть АКР, еще один раз брать? Нет. Ладно, взяла скинчик подешевле. Пожалеем нашего деду. Ладно, взяла скинчик за 800 голдишки. Причем у меня и так уже АКР есть. Мне Зерон подалил. Кстати, у меня, знаешь, еще мне нужно, чтобы мне дали АВМ. У меня АВМ тоже с коллекции Туньерс. Я тебя сейчас АВМ жмыхну. И у тебя получится целая коллекция будет. Кто это? Сюда. Это чё, это чё, это кейс, потому что человек меня убил с, без скина. А, тебя боже, без скина убили? Да, все, сейчас кейс пойдем открывать. А, да, ну неплохо, а я думала, что я убила, у меня, знаешь, что был дробовичок, вот этот зеленый статрековский за 600 или 800 голдишки, Мурена или как он там называется? Ну, понятно. А, октобус, ладно. Октобус.
Автобус. Пойдем кейс открывать. Вот так вот нормально. Чисто по кейсикам, чисто побегать, чисто по покупанию. Вот. Главное против тебя не попадаться. Все. Буду делать все. Взрываться от бомбы, не знаю, от твоих тиммейтов. А можешь мне. Вот это мне не нравится, какие тут кейсики есть. А можешь мне скорпион купить? Ладно, куплю. Не, ну, кстати, сейчас подешевел. Ну да, 114. Выпьем тебе дозу, которого ты заслуживаешь. Кочерыжку. А, то есть так, да? Я понял тебя. Я понял, ребята, все. Вот так, кстати, кочерыжка была. Сейчас деду кочерыжечку. А не, фас в рот. Ну, тоже неплохо сойдет. Куда? Ладно, пошли дальше в катку, просто. Дед, ну слушай, так, тут ну... как бы такое дело, мне на выбор дали АКР или АКР. Да в смысле, бери не АКР. Так мне дали только два оружия, АКР за гранаты или АКР с ножом. Я взяла АКР. С ножом бегай. Что? С ножом бегай. Подожди, нет, не с ножом, у тебя Хармони, не надо с ножом. Одного убила. У нее реально АКР. Ты что, думала, с тобой шуточки шутить буду? Котя, давай договоримся. Ага. Давай поговорим, стой! Стой, давай пообщаемся. Ребята, сбейте деда, поджимайте! Поджимайте его! Я иду! Сюда! Боже! Да ты на приколе, у меня столько денег нету! Какой второй тайер? Ты сказал, у тебя 15 тысяч? Вот я больше не буду Котю в ролике звать, ребята. Поставьте за это лайк, пожалуйста, я вас умоляю. Все, пошли покупать тюер второй, блин. Какой, блин, нафиг АКР? Какой, что ты танцуешь? За ей весело, ей классно, я АКР и покупаю. Мне 7 тысяч колды. Сюда. Котя, за что? Блин, дед, я помню, как ты мне когда-то говорил, мечтаю собрать коллекцию тюер. Так я тебе помогаю. Коллекция Туерс, она не только из АКР Туерс, там еще есть АВМ, там еще есть ЮСПы, там, ну, я не... У меня тоже есть АВМ и ЮСП, сейчас мне только его дадут, я возьму. Офигеть, чуваки, это просто буст АКР Туерс в этом ролике, я не знаю. Сейчас я возьму, мне дадут АВМ, и, ребята, я взяла АВМ Туерс, он, кстати, стоит 8000 галдишки. Сейчас я сразу деда БМ, и у него тоже будет еще АВМчик, и ЮСПик я поставила Туерс, он 1500 стоит. Пока что не дали мне, ну, не могу взять. Слушай, а у вас с Денисом, с братом аккаунт один на двоих или у него свой аккаунт? Не, у него свой. Ребята, давайте так, собираем 7000 лайков и я зову Дениса во вторую часть. Все, ребята, 7000 лайков, я записываю вторую часть против Дениса, против Ситрохи, против этого грибожуя. Все, погнали дальше в кадр. Котя, я тебя прошу, ну хватит. Ну что, Деногатик, а там попейте уже в тормозочке, там тарахтит. Кауч, уже ничего не тарахтит, уже нечего тарахтить. Все, блин, ну я не виновата, мне так дало, мне так стендов дал такой выбор. Как это ты не виновата? Ты могла меня пожалеть и убивать меня? Блин, за я что? Не могу. Ну нравишься ты мне, как же мне тебя пожалеть? Она ой, сверху, ой, она ой. Сверху всех с АКР валит. На, блин! Ну вот это я косой заяц просто спину. Блин, дед, мне дали на выбор АКР, М110 или береты. Береты, конечно. Пожалею тебя, взяла М110. У тебя Аркана 110, я это знаю. Сколько он стоит, он 110? Ну да, у меня М110, вот тот с коллекции... Ой! Ёб вот, твою всё. Налево, тебе повезло, имба. У меня было с коллекции Курвасоль за 15000 голды. Ой, да ой, ну ой, как? Опять кейс открывать, блин! Этот нубик меня второй раз убил. Все, пошли кейсы на покупать. Спасибо, может, спасибо. Хоть нож упадет. Ну вот это нормально. Вот это пойдет. Вот кейсики. Давай фабле. Кейсики? Да. Давай фабле. Фабле открою. Не пана. Сейчас ножичек тебе выпьем, чтобы ты так не расстраивался. Продашь его еще, потом тебе голда пригодится на скинчике. А, думаешь, да? Думаешь, еще пригодится. Какой, а хотя на тебе фанал тактика ловил. Второй раз, тогда был с Эмпайром, здесь перчатки остановились. Тебе сейчас... вообще ничего не выпадает, какой-то ты сегодня невезучий. Чтобы вы понимали, я начинал этот ролик, у меня было почти 15000 голды, теперь у меня 739, я хрен его знает, что... Ого, 739? Погнали дальше. Ребята, поставьте лайки, вас умоляю, банкрочу, все, пошли дальше в карту. Так. Не, вот знаешь, я вот лучше так буду весь день умирать, просто главное не от тебя. Вот реально, умирать от всех, но не от тебя, блин. Не, ну смотри, 3-6 получается, 3-6, да, мы тащим, нам надо сейчас слиться, чтобы больше раз я тебя могла жмыкнуть. А может не надо? Ну блин, да надо. Может нет, вот я нубика убил, все. А где ты? Я не сказывал. Где ты? Я стреляю из беретов. Нет, как здесь твоих убила бафёздика, не смогла, у меня был М400 трековский сансетик для тебя. Боже, пожалуйста, успей! Успели.
А зачем я раздефузил? 4-6! Это было 7! Вот я дебил, зачем я раздефузил? Нет, не знаю, реально. Сейчас у меня АКР-12 я взяла. Ну, у меня дешманский, без прикола дешманский. Все, тогда я не парюсь, да? Могу нападать, да, сразу на тебя? Да, можешь нападать, можешь реально как мужик. А вдруг она меня, ребята, обманет? Вдруг у нее там АКР-грим вот какой-нибудь статрековский? Да не, что-то тебя не видно реально. Где наш дед? Надо меня смотреть. И не надо меня смотреть. А я тебя не вижу. А-а-а! Сюда! Геометрик! Это обычный был хотя бы? Да, подожди, это обычный? Это обычный это был? Это обычный, это за 500 грил 10, можешь дышать, о, можешь боже, реально не доставать бы. Пакетик для дыхания. Ладно, так. Пойдем купим обычный, ладно. Погнали покупать за 500 грил 10. Слава господи, что он у тебя не статрековский, вот серьезно, что у тебя просто обычный этот геометрик. Нет, я пожалела, у меня вообще АКР регуляр вот этот розовый статрековский за 5000, думаю, ладно, не буду вот это деда сильно жмыхать, поставлю подешевле. Тут еще прикол в том, что непонятно сколько еще будет каток, ну типа, хватит ли мне голды, пока что у меня все в притирку, у меня 400 голды осталось. 400 остается, еще, ага. Я еще как бы беру нафига я эту бомбу раздефузил, я не знаю, зачем я это делаю, блин, ребята, как это, у меня, ребята, еще в планах хотя бы один раз убить его с АКРчика Туерс. Давай не будем. Давай не будем. Пошли в катку. Сейчас я буду стараться. Реально, все, погнали. Это капец, ребята. У меня голды вообще нету теперь, блин. Блин, я тебя берегу. Меня только что на выбор опять дал АКР, а я его не взяла ради тебя. Ага. Блин, меня убили. Тебе повезло. Ну, блин, взял мой скин. Давай, гаси деда. А, Нубик взял, Нубик нормально играет, это я точно. Он уже откинулся. Кстати, по факту, Кирпи же, если я откинулась, могут мой скид брать и тебя даже выехать. Не дефусь! Не дефусь, не дебилы! Не дефусь, дед, так и кончено! Не дефусь! Блин, дед мне опять дала на выбор АКР. Серьезно, АКР и АКР? Да! Ну все, габело нам. Ну если я тебя убью с третьего АКР, это будет прикол. Это не будет прикол! Блин, а где ты есть? Я, ребятки, где он есть? Неважно. Неважно, где я. Боже! Боже! Я видел твой ник над головой! Боже, как это было страшно! Я хотела с М40 тебя увалить. Мне Обовинский дал свой М40 статрековский. Парни, я первый раз в жизни в ролике попрошу вас. Дайте голды, пожалуйста. И давайте так, сколько мы соберем лайков, столько голды дед и положит себе на аккаунт. Ну потому что это... Не, ребят, поставьте лайков, то ну, дед сегодня реально стал бомжом, вы что, ну сами поймите. Конечно, но если бы против вас попался дед, вы бы что, его не убивали на чисто сладенько? Подожди, а ты где? А я пытаюсь тебя обмануть. А-а-а. Я что хочу сказать, я взяла АКР. Так, всем спасибо за просмотр, ролик на этом обрывается, заканчивается, всем пока. Не, еще не давай назад. Мне ж не хватит на последний АКР. Ну слушай, я не знаю, мне почему-то скины дают или супер плохие, или супер дорогие. Ну блин, а зачем тебе покупать супер плохие скины? Вот скажи, вот так ты купишь себе АКР, они тебе будут, ну, служить верой и правдой, понял? Я боюсь спускаться вниз, только так, подождите, мэйд спустился, давай. Спускаться вниз, а ты что, внизу? А где? А-а-а! По пятке мне дала! По пятке мне дала, блин! Это ты по-любому! Я, блин, ну капец! Да блин, ну капец, ладно. Я сидел до последнего, не спускался, сидел просто как пастух какой-то. Пойдем тогда в конце еще один кейс купим и хватит с меня. Давай. Не, ну все, я говорил, я буду стараться, остался один кейсик, 400 голды. Не, куда ты пошел на эти кейсы, 400 голды на аккаунте, реально, так нельзя оставлять, это к слезам, если остается сдача. Зайди на кейсик и купи райвел кейсик. Понимаете, да? Понимаете, да, вот уровень, да, позвал Котю в ролик, хорошо. Ты, если честно, вот я... 350, смотри, как раз тебе хватает. Да, вот, ребят, вот все-таки у ютуберов мужская солидарность, она есть. Когда я с пацанами записывал ролик, хоть что-то у меня оставалось, тут вообще 69 голды оставила. Прикопила вообще, что тут... А сейчас тебе выпадет крутой скид, ты окупишься, сейчас спасибо скажешь, вот. Спасибо. 4 ранпикс красивый. Спасибо, Котя, спасибо. Пожалуйста, дедушка, старалась. Спасибо за такой прекрасный ролик. С вами был дед, с дедом, точнее, против деда играла Котя. 369 осталось голды, хорошая цифра. Класс, все, до свидания. Пока, дедушка, счастья, удачи, здоровья, желаю тебе много денег, и чтоб тебе пенсию прибавили, пока. Г-
Говорит тот человек, который меня ограбил на весь ролик.